Друзья, всем снова привет с берегов Гродненского водохранилища. У нас последних 3 денька до наступления уже настоящей зимы, наверное, окончательно, потому что в прогнозе там уже сильные морозы. Как бы один раз прижало морозиками на 3 дня. Вот мы попали на лед, затем, как всегда, оттепель. На этой неделе мы были на жидком Немане, там ниже города, но рыбка не клюет. И вот снова я вернулся на берега водохранилища. Еще с утра были закраины, но вот сегодня сильный ветер их посрывало. Сегодня, так можно сказать, в разведку, налегке, далеко топать от машины, не брал даже уже свою легкую эту платформу, взял зимний ящик, он у меня оказался в машине, буду сидеть на зимнем ящике. Новое для меня место, хотя недалеко от старых мест. Ну и поехали, посидим пару часиков, тут вот даже солнышко выглянуло, хотя 2 раза уже шел дождь какой-то такой непонятный, снегом. Небольшой плюсик, руки немного мерзнут. Покидаем, посмотрим. Погнали! По приезду, так как место незнакомое, сразу проверил рельеф с помощью, конечно же, эхолота. Выше по течению здесь ямка есть такая, что-то там 12+. Я немножко ниже ловил. Вообще мост этот наш М6, заветные места по холодной воде на водохранилище. С той стороны еще вот никого нету. Лед стоит. С этой стороны всегда меньше людей, далеко идти тоже. И здесь вот почему-то льда не было, но вот эти дни ветер оттуда дул, сдуло, видно, разбило лед. Подъезжал тоже на пеньки, там лед еще стоит, но думаю, за сегодня он сойдет. То есть на эти выходные есть возможность еще половить. И сейчас вот я заканчиваю закорм. Довольно сильное течение водохранилище, очень высокий уровень воды. Эхолот показал похожий рельеф, что и на предыдущей рыбалке. Бровка здесь довольно далеко от берега. Вот снова дождик. То есть у меня стояла вот клипса с предыдущей рыбалки, 73 метра. И я еще так вот дернул раз, 5 метров добавил, 7 оборотов. В тот раз было 80 оборотов катушки. Она ровно 90 мотает, армодел 6000. В этот раз 87 оборотов катушки, ну то есть плюс 6 метров. Это 70, ну почти 80. А глубина здесь получилась больше, чем обычно, 11 метров немножечко правее. То есть приличная ямка. И бровка начинается, эхолот начинает показывать подъем. Я вот сразу начал считать количество оборотов, 50 оборотов. Катушки Монтерей 6000, он также выматывает там 90. Вот и 50 грамм кормушку даже чуть-чуть подносит, течение приличное. И чтобы вот легче кормушку выматывать, сегодня надо будет даже большими ловить весами. Я поэтому еще ушел дальше. Ловлю почти 90 оборотов. И вот за этих 40 оборотов мне нужно будет успевать поднять кормушку над этой бровой. Та же проблема, как и на предыдущей рыбалке. И вот сегодня мы ее постараемся решить. Я взял уже все самые лучшие кормушки по всплытию. Ну, чуть позже их покажу. И вот кормлюсь пулей тоже. Сталкер. Она вот с таким идет креплением. С ножкой такой. И за счет этого вот эти кормушки хорошо всплывают. И сегодня сильный ветер вот как раз дует против течения. И вот здесь мне повезло, закуток такой нашел. Потому что подъезжал на пеньки, там почти в лицо ужасно. Я бы так не стал в таких условиях ловить. А здесь у меня затишье. Но вот когда кормушка вылетает туда на открытую воду, ее реально заваливает сразу. Получается большая дуга. Но кладу дугу на воду, как бы немножко поправляю, кладу на воду. И пока кормушка тонет, дуга за счет течения уходит вся. Нормально. Вот такой сильный дождь пошел. Надо прятать камеру. Приличное течение, реально леску заносит. Кормушка выходит очень далеко за точкой. Но вроде не чиркает. Грузиком тоже пробовал чиркать. Не чиркает особо. Тут вот прикольно льдинка остановилась. Такая тоненькая. Сейчас попробую ее кормушкой. Как стекло. И вот несмотря на плюсы, крепкий лед. Вот такие кормушки я сегодня взял для ловли. То, чего не хватало в тот раз. Пуля вот эта, 50 грамм. Вот такая у нее ножка. Хорошо будет выходить. И такая же дюзка. Но вот она еле-еле долетает. 60 грамм
Тяжело. Если бы с той же рыбалки у меня стоит конусный шок, и на леске немножко хуже кидать. Если бы стоял плетеный шок, то смелее был бы заброс, и без проблем бил бы вот эти 80 метров. Долетала бы и дюска. Ну и вот такая небольшая тоже она полетит. Вот я хочу проверить, как она будет всплывать. Еще там несколько вариантов есть, но сначала проверим эти. Эхолот, кстати, вот рыбы вообще на точке не показал. Но так часто бывает. Конечно, веселее, когда он что-то покажет. И вот было время подвязать поводочки. Уже тонких я навязал, зимних всяких крючков подоставал. Все то, чего не хватало в прошлый раз. Здесь у меня бобинка с Альбарелла. Это подписано уже от руки. Альбарелла — это красненький крючок, похожий. Про него в тот раз рассказывал два раза на Just Kisu у Овнера. И выбрал я его в 16 номере. Такой одного мотылика нацепить. Он еще красного цвета. В 16 номере вот он визуально такой мне нравится, красивый. Побольше подмотал в третьей серии S3. Подмотал 14 номер на 94-й леске. Альбарелла тоже 94-я леска. Армадейл. S3 16-й. S это серия, третья серия. 16 на 0,94 лесочки. Так, что еще здесь у нас? Суперфидер 16-й. 0,94 леска. Он в такой миниатюрный тоже. С таким красивым загибом вовнутрь. Ну и дальше 108-е поводки. Все, что было. Тут и кура. Овнер. Сейчас подумаю, с чего начать. Наверное, начну с чего-то более грубого. Проверим на наличие ерша. Ну и затем, если будет подлещик, то вот попробуем его половить на новые подвязанные крючочки. Погнали. Замешал пачку серии Grand. Плотва черная. Замешивал на теплой воды с термоса. Термос поставил в этот ящик позавчера. Наверное, я собирался ехать. Не знал куда. То ли ехать на налет, не налет, в машине и летние, и зимние снасти. Вот, и подъехал я чисто на Неман, посмотрел, там знакомые ребята ловили. Постоял с ними несколько часов и так никуда и не поехал. Термос остался с теплой водичкой. Вот Бобер, российская фирма. Классный термос, держит трое суток. Ну, вода теплая сейчас, конечно, она уже остыла. Был кипяток, но тепленькое можно пить. И замешал корм вот на теплой водичке. Он быстро поднялся. Чуть-чуть щепотку добавил кормового мотыля. Кормовой мотыль. То, чего не хватало на той рыбалке. Ну и сегодня уже я как бы не экспериментирую с землей. Хотя можно было бы. Нет, сейчас капризный клев. Много рыбы сейчас не будет, и там массированы вот эти закормы землей, хотя они неплохо отработали в прошлый раз, рыбу точно не пугали, держали. С поправочкой так. Вялая клипса, но долетела. Уже. Сегодня ловим налегке. Странно, что в этом году вот наш Нижний Неман, где в том году уже ловили в это время подлещика, лещика. И вот именно после первых морозиков много там людей. Все его ждут, но пока что единично. Рыбку рисует эхолот, она вообще клевать не хочет. Но в то же время ее и немного собралось. Там одна небольшая стая, пустой Неман. Нет концентрации рыбы и нет у нее конкуренции пищевой. Гуляет мой квивер, как на реке. Даже вот 60 граммов не хватает. Интересно, вот такое сильное течение нравится рыбке или нет? Вот весной, когда открывали здесь сезон, чем сильнее вода бежала, тем активнее была густера. Хорошо клевал подлещик тоже. Я как-то вот на эти дни не попал. Были отличные отчеты в сети. А мы как приехали, все, Неман стоит. Ребята мне предупреждали, что типа 60-70 там. Я приехал, 30 стоит, и все клево, нет. Еле-еле замученный такой микроподлещик. Одна густерка за день. Не успел.
А вот осенью, непонятно, как рыбка будет реагировать. Вернее, зимой, в середине декабря. Если бы все время на водохранилище была вот такая тяга, чтобы там 60, 70, 80. Я помню, когда в предыдущем видео я жаловался, что вот видовой состав рыбы совсем скудный, и летом здесь вот в глубокой части водохранилища вообще рыбы не остается. Особенно жарким летом, но мало ее, она уходит в верховье, задыхается. Заморные явления даже могут быть, все стоит. А вот раньше, тоже помню, ниже на мосту 80 грамм и сырц клевало даже. То есть было и комфортно. Если бы круглый год было течение, было бы намного веселее по рыбалке, по рыбе, я думаю. Было бы большое количество видов рыбы. А так вот это очень редкий случай. Ну, равнинные реки, поэтому и нет смысла перегораживать плотинами. Только ущерб природе. Нам, конечно, хорошо, что есть такой большой водоем возле города. Но рыба страдает. Во всем мире разрушают эти плотины, а мы строим. Причем она, КПД у нее никакой. Какой там пользы электричества от нее. И окупится она еще через 1000 лет. Видите, где кормушка выходит, закидывал туда, выходит 45 градусов. И, конечно же, в ведре у меня не окажется более тяжелых кормушек. Сейчас закину, пойду искать. Вот когда ветра нет, без всяких проблем. Единственное, что вот еще льдины плывут такие незаметные, прозрачные. Пойду поищу кормушки. Следите за квивертипом. Болото под ногами. Нифига у меня нету тяжелее. Все озерное такое. Повсеместно такой стук стекла. Ломается лед. Прикольно. Интересно, где сейчас рыба ходит? Такое ощущение, что еще усилилось течение. Потому что на закорме как бы кормушка лежала, но там чуть-чуть ее волокло. А сейчас вот вообще надо идти в машину все-таки за кормушкой. Забрасываю туда, выматываю оттуда. Водичка чистая, красивая очень. Пока буду бегать, забью кормушку, посмотрю, как из нее выходит корм. Засеку время. 12:33. Посмотрим, за сколько выбежит кормушка. Побежал в машину, в общем. Принес я 2 семидесяточки, пули. Честно говоря, очень неудобный для меня вес кормушек. Как-то были и дюзы, 70-ки, 80-ки. Ими очень редко ловлю. На течении, на немане они легкие слишком. Здесь они круглый год тяжелые, вот раз в год где-то их приходится применять. И все они у меня где-то непонятно где. Выложил, чтоб лишний груз не носить. А вот так вот раз в год и понадобится, и нету. Но я думаю, 70 хватит. Так, смотрим, что у нас по корму. Прошло 8:45. Ну, почти 10 минут. Я вижу, что корм еще с кормушки до конца и не вышел. Дюзка стоит вот так, когда леска не натянута неваляшкой. И весь корм в ней забит. Немножко рядышком только вышло. Но вот стоит ее пошевелить или положить на бок, он будет вываливаться. Сейчас пошевелим. Ой. Ну вот он весь и выйдет. Будут уже экстремальные нагрузки для моего шуклидера. 0,28. Посмотрим. Ну, плавный заброс, 70-ка должна лететь. Хорошо. Тем более пуля. Ну,
Летеношок здесь был бы актуален. Актуальнее. Ну, замечательно. Тем летом, кто помнит, участвовали с Настей, ее первое соревнование. Участвовали с ней в марафоне. Это было здесь тоже на водохранилище, немножко там выше по течению. И вот там основная наша дистанция была, я уже точно не помню, что-то около 70 метров, чуть меньше, наверное. Мы постарались уйти за соседей. Насте было немножко тяжело, еще чужим удилищем ловила она моим. И вот поэтому у нее там хуже был улов, чем мой. Потому что, ну не потому что, потому что еще и неправильно дистанцию выставили с самого начала. Как бы 70, я кормлю прямо перед собой, она сидит ниже по течению, несколько метров она не добрасывала и поэтому не клевала. Вот очень важно было ловить с точки кормового пятна. Уже на утро добавили ей нужное количество оборотов и пошло у нее дело, ловили наравне. Даже там она меня и облавливала с утра. Вот, эта дистанция у нас не сразу начала работать. Настя пробовала еще под берегом ловить, но там сразу было понятно, что под берегом в такой конкуренции будет тишина. Семидесятку даже немножечко скользит она. Вот. И одной из дистанций, тогда течения не было, я 85 метров. Я ловил как раз-таки Грентомом. Основная точка держал Inspiration. А ловил вот с 85 Грентомом и еще подбрасывал туда, было заклипсовано Монтерей. Ну вот Монтерей мои, которые комбики, 3,7 они, 3,75 или 3,8. Уже с трудом туда долетали, только маленькие пульки, 50-ки со всей силы, когда бомбил. И вот если основная точка соседи там в начале первый час молчала полностью, то вот с 85 метров я подлавливал вот таких вот подлещиков прозрачных густерок. С других дистанций вообще рыбы не было, а там... И вечером немного их было. Тяжело было попасть в эту ловлю. Соблазн еще был, часто возвращался на леща. А утром, когда уже понимал, что в светлое время дня практически белой рыбы нормально не будет, когда уже был уверен в том, что Настя хорошо сидит на точке и поймала оттуда, то вот я заглядывал уже на дальняк, и чтобы совсем не сидеть без рыбы, подобрал еще крючок. Четвертая серия, довольно крупный, 12-й, и вот он начал высекать эту мелочь всю подряд. И с 85 метров нормально я подтягивал. И очень интересно, что вот с той дистанции хорошо точку держал, и мелочь активно стояла, но вот туда ни одной крупной рыбы, даже вот намека не было, чтобы где-то там подержал или дал по зубам, не было. Это уже был такой свал в русловой, немножко чиркал кормушкой, но вот, как ни странно, туда рыба не зашла. Снова дождь. Грибной дождь с солнышком. Там вот вижу, что под мостом аж пенится вода. Такой сильный ветер. Вот кормушка моя чуть-чуть прокатилась. Тяжело сказать, сколько именно она прокатилась, но остановилась. Вот такой порыв ветра, сильный ужас. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока что рыбки нет на точке. Попробую подсыпать фишмила, повонять немножко. С кориандром прикольно сочетается вот такой острый запах. Фишмила и сам кориандр. Прикольно. Снова дождь. Вот тут какая-то что-то наподобие поклевки даже. Интересная была индикация. Ребятам на лодке там вот хуже, чем мне на ветру. Интересно, как надолго придут эти морозы. То ли они там буквально тоже на пару дней, и на Новый год опять будет лужи, грязь. То ли, может быть, нормальная зима будет в этом году. Хотел сегодня ради интереса протестировать кормушки, какая лучше всего всплывает. То есть собирался забрасывать на точку. Надо вот после заброса надо еще подождать, чтобы улеглась вся леска, немножко натянул течение, ушла она на дно.
И затем вот выкручивая, считаешь, через сколько оборотов выходит кормушка. Найти самую лучшую всплывающую. Но вот сейчас сижу, думаю, если даже вот эта пуля 50-граммовая, которая, мне казалось, лучше всего всплывает, выходит из воды только вот здесь, за счет этого сильного течения, этот весь эксперимент, я думаю, что будет не актуален. Они вообще не всплывают. Основную леску очень сильно заваливает, она вот здесь вот по дуге, и кормушка как-то вот не выходит они вообще. Хотя вот здесь бровку не цепляют. Может быть, тоже благодаря течению. Но я ловил немножко ниже, тоже нормально, как бы. Без проблем было с бровкой, хотя здесь я сижу больше утопленный как бы в лес. Может, с рыбой надо вот дождаться, да, ерша хотя бы, и тогда будет понятно, цепляет, не цепляет, без рыбы и там нормально выходило. Все-таки вот если те кормушки выходили у меня аж там, то вот это здесь выходит, не сильно ее, не так сильно ее выносит. Но выходит она под самым берегом. Что-то похожее на поклевку было, но это просто был перекат. Мотыль целый. На этом забросе она еще плетела и летела, офигеть. Да, если в прошлый раз нам немножко мешали ерши, то сегодня я бы хотел увидеть хоть одну поклевочку. Иной раз и ершам будешь рад. Раз перекат, два перекат, три, четыре. Ну вот скользит кормушка. Перекат — неправильное слово. Я закинул кормушку, она легла, как она легла, она вот так легла, где-то она лежит вот так под углом ко мне. Основная леска идет вот такой дугой, как у меня рука, вот это моя основная леска, и вот ее вот так вот тянет. И это не перекаты, что-то она там где-то кувыркается, ее просто вот тянет вперед. Чуть-чуть лучше будут стоять кормушки клетки, они своим грузиком упираются в дно. Хотя и пулями мы ловили на сильном течении в Гомеле. Когда надо было далеко кидать. На ракушке, в принципе, и пули хорошо стоят. Бортиком цепляются за ракушку. А вот на таком илистом дне чуть-чуть будет лучше стоять. Вот, может быть, пойду поищу 60-ка, если у меня есть обычная клетка. Хотя тут запулить ее туда будет сложновато. Но вот 60-ка для сравнения. Сегодня смотрим не как всплывают они, а что лучше стоит на дне. Такая вот обычная есть шестяточка, клеточка. Думаю, долетит. Опачки, ребята, пустой крючок. Только сопля небольшая осталась. Это намек. Или где-то сзади черканул, но если сзади черкаешь, то он будет разогнут. Должна рыбка активизироваться, эти дни так тепло довольно. Чуть большого мотыля тоже подбрасываю в корм. Щепотку. Так, мы должны поменять кормушку. Хотя вот если поклевка была, то не надо ничего менять. Эта кормушка куда-нибудь в другое место улетит или не долетит. Ну, постараемся ее тоже туда отправить, на 80 метров. И вот дальний заброс. Что нам надо для дальнего заброса? Убедиться, что сзади все хорошо, травка. Вот свис у меня, причем обычно для дальнего заброса свис должен быть больше. А так как у меня сзади обрывистый берег, я делаю его коротким. Ну, просто вот нужно быстрое удилище, чтобы оно не погасило вашу энергию, которую вы в нее вложили. Плечо немножко правое нужно будет подать вперед. Высоко вверх смотрим, аж туда, в сосны эти макушки. Нужно захотеть сломать удилище, тогда оно полетит. Удилище не сломается. Клипс. Но кормушку сильно снесло.
сильная дуга образовалась. Меньше ее скорость полета, чем у пули. И ее снесло. Хотя тут еще может быть просто порыв ветра. Как раз попал на ветер. Посмотрим, как скользит у нас клетка. И скользит ли вообще. Надо было с экспериментом этим немножко повременить, раз была поклевка все-таки, блин. Вот интересно, вот сегодня постеснялся раскладывать из-за бровки удилище Inspiration. Думал им сегодня половить, но там нету шока, и жалко мне все-таки мои восьмижилочки. А сейчас вот на морозе там что-то привязывать, перевязывать, я не брал с собой эти запчасти все. Колышки выставлять тоже дистанции, здесь у меня места нет, и где-то подниматься надо наверх. И было бы интересно сравнить, вот какое удилище все-таки лучше кидает. Но я уверен, что вот до каких-то дистанций там 70 метров, даже, наверное, 60-65, Inspiration'ом как бы легче кидать. Вот его направил, и она сама, как пружина, бах, выстрелила, и полетела эта кормушка. Особенно вот такие дистанции 30-40, там 50, оно прям выстреливает. А вот уже дальше, когда нужен такой более силовой заброс, то тут интересно, как бы оно выстрелило. Я им, наверное, даже так вот далеко не ловил. Дальше 60-65. Не помню. В следующий раз надо попробовать посмотреть. Обычно вот эти вот мягкие палочки, Inspiration что-то среднее, но оно, конечно, медленнее, чем... Но я думаю, справилась бы она, особенно с плетеным шоком справилась. Вот с лесочным шоком точно было бы тяжелее, потому что палка чуть мягче, леска растягивается. Это вот мои мучения все этих предыдущих лет. Мягкие дочмастера, шерманы потом, и еще плюс леска. Как я мучился. Снимал недавно видео про шок-лидер и делаю его еще пока. Подытожил вот этот опыт многолетний. И там прям рассказываю, как я мучился с этими лесочными шоками, мягкими палками. Когда замах. Сначала удочка полчаса гнется, потом эта леска полчаса растягивается. И потом только кормушка стартует. Чем дальше нужно забрасывать, тем быстрее должно быть удилище. И вот эти вот флет-рыбалки, все то же самое. Еще вот недостаточно даже этот Monterey 4,2 200 граммов. Надо еще жестче палку, чтобы оно дальше летело. Съедает он вот эту вот энергию силового заброса. Ну вот шестьдесятка стоит, как вкопанная. Даже на самом начале ее не проносило. Все-таки лучше немножко на устойчивее на таком вот мягком дне. Грузик утопает в илу. Пуля втыкается, и потом леска натягивается, и все, грузик у нее получается над дном. Ну, поэтому и на речках актуальнее вот эти вот все кормушки-клетки с нижним грузиком. Хотя, повторюсь, что вот на том же соже, когда мелкая ракушка, такой дробастер, твердое дно, кормушки и пули отлично цепляются вот сеткой, несмотря на то, что грузик лежит там где-то наполовину на дне. Пулями мы довольно эффективно ловили. Если лодочники вот плавают невдалеке, то это тоже как бы наводит на мысль, что видят там они, наверное, что-то в свой эхолот. Как раз они прошлись по той бровке, которая вот самое козырное место там, где еще с утра лед стоял. И, может быть, видят рыбку. Здесь еще на ямке тоже стоял рыбачок. То есть крутится, наверное, здесь белая рыба. Может быть, вот это сильное течение ближе ее к бровке прижало. Но вот эти вот бровки здесь с фидером ловить с них очень-очень-очень тяжело. Вот у меня сейчас был какой-то непонятный даже так тычок. Надо проверять. Смотрим, как выходит эта кормушка. На этот раз мотыль целый. Вот сейчас хорошо. С поправочкой
Гасим дугу, подаем удилище. Излишки лески вот немножко остается, не подматываю. Эту дугу как бы оставляю. Чем больше вот свободной лески после заброса, тем меньше кормушку будет нести. Англичане ловят на реке, они забрасывают вообще без клипсы. Потом отдают леску немножко и закрывают катушку. То есть делают такую большую дугу, чтобы меньше несло кормушку. Особенно, когда охотишься на крупную рыбу, там ловят этих усачей. Хорошо, когда есть такая дуга большая. Два раза киер отыграл, немножко проскользила кормушка. И при поклевке вот этой крупной рыбы, чем больше лески у тебя, тем как бы лучше она растягивается, тем проще бороться с этой рыбой. Особенно на старте, на первых вот этих мощных ударах. На головля очень актуально. Надо будет как-то попробовать. Я даже вот думал, ловля такая, где-то если максимально сильное течение, с двойной клипсой. Не так, как англичане, уже заброс в никуда. А заброс в клипсу, ударил, снимаешь клипсу, и у тебя следующая клипса там метров 10-15. Сейчас вот сильно протянула кормушку. И следующая клипса стоит. 15 метров, получается, дуги ты дал, ловишь. Эти вот мощные поклевки головля, когда со старта там отрывают все поводки. А затем та первая клипса, которую снял, выкручиваешь, считаешь обороты, ставишь клипсу, где-то можно яркую плетеночку пометить чем-то. Маркером я раньше рисовал, часто черным, хотя потом много этих рисочек, они со временем выцветают. Клипсуешь обратно эту дистанцию, проще всего обороты посчитать. На вымотке или уже сделать этот лишний перезаброс, тоже посчитать. В Африке мы с этим тоже так сталкивались. Когда нужно было забросить и снять клипсу. Несколько там вариантов есть разных. Ну и довольно тоже это актуально при ловле на flat feeder. Я думаю, в следующем сезоне еще половим. Буду про это рассказывать. Вот что-то было. Кормушка уже устаканилась, а потом тычок был такой легкий. Там прям аж барашки, волна такая на центре реки. Сегодня даже, да, водохранилище можно рекой назвать. Довольно мне комфортно на ящике, когда вот ровная поверхность. Вот даже скоро опубликую одну из серий передачи «Паттерностер». Мы тоже рыбачили зимой и не знали, приехали, будем рыбачить со льда или ловить на фидер. И я с собой приволок ящик. И довольно успешно отловились. Две следующие серии будут. Одна вот с ящика на речке Свислоч. Там у нас немножко выше по течению. А одна серия будет здесь вот. Трехлетней давности серии оттуда. Еще в те времена эти места не были такими популярными. И мы там спокойно расположились одни. Тоже зимой. Отлично отловились. Благодаря нам, видимо, стали эти места вот в холодное время года такими популярными. И еще, наверное, одна серия останется. Вот последних три серии сезона 2018 года. Второго сезона передачи «Паттерностер». Мы их только сейчас можем опубликовать. Дало нам добро телеканал «Охотник рыболов HD». И вот три, наверное, остается, да. Две зимних и одна такая зимняя, весенне-летняя. Из зимы в лето она называется. Это уже весной мы ловили. Тоже на той же речке Свислоч. А закончили рыбалку уже в мае, когда все распустилось. Как-то совсем нет просмотров вот сейчас на YouTube. Но, конечно, лучшее время в году — это весна. Особенно, когда вот у нас уже в феврале есть нормальные рыбалки. Февраль-март. В большинстве регионов еще стоит лед. А мы уже ловим на фидер. И вот тогда, конечно, просмотры радуют на YouTube. Вот летом, сейчас тоже осенью прям... печаль, грусть, печаль. В то же время YouTube в последнее время сильно просел. Как-то все больше ушли в TikTok, все больше шортсы смотрят. И сам понимаю, насколько актуально. Но вот как-то шортс делать нарезочки этих поклевок не очень интересно. Но вот этот сезон мы снимали «Паттерностера» только для ТВ. И эти серии, которые 18 серий сняли за этот год, мы сможем через 2 года только опубликовать на YouTube.
И следующий сезон, вот уже дали нам заказ, тоже будем продолжать работать с телеканалом «Охотник и рыболов HD». Но теперь он там рыболов, теперь этих вот два канала остается. И я там уже точно не знаю, у меня телека нет. Вернее, есть, но телек я не смотрю. Где именно там будут наши передачи. В общем, там «Триколор», первый ТВЧ. Две лодочки вот там выше по течению, в окрестностях той ямы крутятся. Одно из наших мест находится там тоже. Может, там белая рыбка есть на повороте, там такой изгиб Немана. Что будем проверять? Ух ты! А тут какой-то зацеп прямо, откуда он взялся. Продрал. Без поводка будет, правда? Да. Немножко попылю. Движения нет. Парочку забросов погрею заодно. Сидишь без движения. Зябку. Хотя парнишка быстро плывет. Под дугой моей сейчас пройдет. Вот сегодня с более тяжелыми кормушками, с таким течением, когда вот эту леску заносит, прям катушка вот эта тяговая. Вот эти вот тяговые характеристики катушки очень-очень и являются кстати. Какой-то 5,5 катушкой было бы очень тяжело работать. Все-таки вот когда заброс без паузы такой, я сразу выстреливаю, то лучше летит кормушка. Но это в то же время и без поводка. В будущем реально будут катушки, они уже есть такие, какие-то там морские вроде бы. Нажал кнопочку и переключил передаточное число. Надо тяговое, щелк включил, надо побыстрее, щелк выключил. Коробка передач появится на катушках. Поставлю чуть потолще, раз рыбы нет. Поставлю 0,01. 108. Профидер 10. Тоже я подвязал. На чуть большей лесочке. Сейчас довольно низко, так очень сильно выстрелил кормушкой. Полетела над водой, параллельно воде. Мощный, классный заброс получился. И дуги сразу намного меньше. О, приходится даже кормушку немножко подтягивать. Подсохла моя прикормка. Вот про этот термос я говорил, что один из лучших показателей удержание температуры воды. Бобер, российская фирма. Как-то мне год назад его дали на тест, очень доволен. Хотя пользуюсь редко. Теплая водичка. Надо еще попить. С собой еды даже не брал. Вот такая у меня есть пуля, тоже наша белорусская, на тесте. И вот здесь у нее половина груза будет где-то на дне, и вот этим вот концом может она будет опираться. Не, все равно будет скользить, но вот стоит ее попробовать. 60 граммов, мне интересно, как она летит, как всплывает. Они уже где-то год на рынке, я вот только сейчас ее попробую. О. То ли это ветер так, то ли прям тук. Ну, сейчас проверим ивушку.
Ну да, пуля есть пуля. Замечательно. Полетела. 3 часа где-то после закорма. Но вот если через 3 часа рыба не приходит, то уже, наверное, и не придет. Еще немножко поупираюсь. Да, надо было сегодня ехать на речку Свислочь, пробовать. Тоже есть ямки, подъехать, попускать. Правда, далековато, намного дальше, чем сюда ехать. Но вот как-то про Свислочь, про речку нашу зимнюю мы забыли. Надо было там проверить. Но пульку эту сильно несет. Прямо она скользит там. Клетки все-таки увереннее стоят. Сбегал я, спросил, как дела у ребят. Ниже по течению стояли 3. Двое уже ушли, а один ловит с утра. Нифига, пару ёршиков. Вот такая вот сложная рыбалка. И вот больше нет даже абсосов. Видимо, тот абсос мой единственный. Где-то, может, я сзади черканул поводком по земле. Класс. Пулька огонь. Так четко летит, никуда ее не колбасит. Хорошо она центрирована. Ветер только набирает обороты. Там выскочил к парням, когда там сильно задувает. И вот волна все сильнее и сильнее. Кошмар. Хорошо, что здесь закуток такой. Половлю под конец немножко в темпе. Надежда может раскормить точку, но... Надежда. Совсем маленькая. О, что это такое за поклевка? Смотрите, смотрите. Вот ты подсекай, как бы леска еще не утонула, оно... На всякий случай. Интересно было. Как бы все утонуло, но леска натягивается течением. И тут какая-то поклевка, ветер, что ли. Ну прям так поклевка. Мотыль какой-то непонятный. Только закинул как бы, а он уже такой. Что-то было в общем. 3 заброса еще. Посижу и усё. И достаточно мучений на сегодня. Хотя не особо я мучаюсь, но так. Поклёво мучение. Да и не мучение, и поклёво. Для данного времени года отличный клёв. Остатки мотыля большого выбрасываем. Кормового еще ставим на завтра. Послезавтра, если куда-нибудь, да поедем. И немножко ниже точки. Блин, как она летит, вы знаете? У меня была мысль по осени, но как-то я ее не реализовал. Это еще раз вот половить с такой сумасшедшей дистанции. Как предыдущее, как вот то видео 105 метров. Только уже плотничком посидеть, именно порыбачить весь день. У нас возле дамбы есть хорошая полянка для таких дальних забросов. Там под 100 метров, и только потом русло сваливается. Ну или где-то, да даже здесь можно. Когда вот там вахта на том берегу, с этого берега туда к ним забрасывать. Причем даже были мысли, 105 уже было, надо дальше идти. Ну, половить полноценную рыбалку тоже было бы классно. Вот 80 метров... Сегодня там, может, без 2, без 3 метров. А вот взять удилище Монтерей 4,20, 200. Туда пулю соточку, тоненькую плетеночку поставить. И я даже думал снять фидер не 105, а 150. Вот это было бы класс. Только где это снимать? На нашем озере Юбилейном это можно было бы. Да, подобрать погоду. 100 граммов, конечно, кормушка. Пахало бы там дно это илистое. Но вот 150 можно, одну если рыбку поймал,
С такой дистанции это был бы зачет. То есть на будущее планы строим на следующий год. 105 метров полноценная рыбалка, можно 110, допустим. А челлендж такой, это поймать рыбу на фидер классический со 150 метров. Подобрать ветер, чтобы был в спину, чтобы без ветра тяжело будет. А с ветром, я думаю, что получится. Такого, наверное, еще никто не делал, да? Классический фидер 150. Еще одну кормушечку мы не пробовали. Это вот такая дюска закрытая. Как я говорил в тот раз, перфорация, только не перфорация, прямо она закрытая. Довольно симпатичная. Небольшой объем корма, но вот, наверное, она должна хорошо всплывать. С хвостиком металлическим. Все, ребят, заканчиваю на сегодня. Сейчас под конец немножко побросаю. Такая вот маленькая дюска. В прошлый раз могла меня выручить, наверное. Хотя в прошлый раз там, наверное, ничего бы меня не выручило. Да, в таком размере дюски летят, как пули. 50 грамм, компактная. Клипсу бьет вот на 80 метрах. Просто шикарно. Давайте добавим метров еще 10. Посмотрим, на 90 летят они. Сейчас по оборотам посчитаю. Было 87. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Вот, это 90, 100 оборотов. Сейчас у меня будет стоять. Напоследок потренируем заброс. Надо в конце всегда делать тренировочку. О, легко. Еще 10 оборотов. Такая красивая внизу плетеночка, как новая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пятьдесят. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 90. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Что-то за много я посчитал. 130. Потом на видео перепроверю. Ну, добавил много. Цепляется вертлюжок за перчатку жестко. С ветром. Ну, как бы без этого самого. Без. Ну, вялая клипса ударила, но так, на излете. 100 метров. Мне в том году, на том видео, когда я ловил 105 метров и под конец там кидал дюзами, многие знакомые даже не поверили, что дюза 50-60 грамм может лететь 100 метров. Причем там был удобный мостик, я разбросался уже, хорошее удилище, бросковитый 160-й Шерман, хотя он мягковат. После этого сезона флетфидера 100 метров это вообще не расстояние. Ну а пулька у нас на соточку пойдет. Достаточно неплохо ударило. Аж не верится, что тут по 130 оборотов. Вроде добавлял по 10. Ладно, все это так. В качестве бреда. Снимаем кормушечки. Прячем.
упористая она, все-таки немножко тяжело выходит. Дюска намного веселее вращается. Все, друзья, прощаюсь с вами. Очередной такой затянутый ролик. На этот раз вообще безрыбный, но пообщались, посидели, поболтали. Такой монолог для тех, кому нравится такого рода видео, когда долго и ни о чем. Может быть, как раз вот в январе его где-то или в канун Нового года опубликую. И холодными зимними вечерами нормально зайдет. Всем, ребят, спасибо, всем пока. С наступающим!